стул, копия стульчика от фирмы Helinox, но при этом он в два раза дешевле. Сейчас будем смотреть, что у нас входит в комплектацию, как он собирается. Да, поставляется он, соответственно, в такой коробке. Будет, кстати, очень неплохим подарком рыболовым охотникам, да и просто любителям кемпинга. Упаковочка достаточно неплохо выглядит. Внутри упаковки у нас прячется вот такой вот чехольчик. Кстати, очень тоже неплохо сделан по качеству. Есть у чехла несколько точек крепления. Есть вот такая ручка для переноски. Соответственно, есть вот такие вот точечки крепления. Его можно будет легко прикрепить к рюкзаку и таскать с собой. Как вы видите, он в сложном виде занимает очень мало места. Сейчас посмотрим по размеру. Так, в сложенном виде у нас получается длина его 44 сантиметра. И диаметр 15 сантиметров. Есть у нас такой вот на чехольчике фирменный логотип, стилизованный под кожу. Открываем сумку. И здесь, собственно говоря, у нас уже прячется каркас от стула. Как он выглядит. Каркас изготовлен из алюминия. Вот. Сам механизм шарнирный, пластиковый. Вот. Тут, кстати, очень все неплохо сделано. Пластик достаточно высокого качества визуально. Есть даже какая-то вот надпись внутри. Так, не суть. Сейчас мы это соберем. Кстати, видите, все секции у нас соединены резинкой, как дуги на палатке, что удобно. Ну, достаточно быстро и просто он собирается. Дуги имеют профиль. Соответственно. Положу. Ведь все моментально собралось. Четыре ножки. Механизм шарнирный, который вращается на 360 градусов. И, соответственно, отдельно у нас идет сам стульчик. Так вот он у нас выглядит. Так, получается, да, материал здесь у нас полиэстер 600 ден плотностью, то есть он очень плотный, износостойкий, легко чистится и обладает хорошими износостойкими свойствами. Так, сейчас буду собирать стул, но пока вам покажу, что все вот эти места, да, куда будут вставляться дуги, они усилены специальным материалом, более плотным. Здесь у нас все прострочено. Очень аккуратненько, видите, сделаны шовчики. Вот, все очень здорово. И стул реально, ну, видно, что очень качественный. Так. Накидываем сначала вверх. Верх-низ тут, кстати, можно будет определить как раз вот по лейблу, ну, логотипу Trump. И дальше закрепляем уже низ. Вот такой у нас получается стул. Как видите, я его просто собираю первый раз.
так сказать, еще не пробовал. Вот, но достаточно быстро и просто он собирается. Такой у нас получается стул. Как заявляет производитель, максимальная нагрузка, которую он способен выдерживать, это 120 килограмм. Я вешу 95. Сидеть на нем очень комфортно. Как видите, я повернул сейчас еще на 360 градусов, и реально удобно. При всей его компактности, ну, в сложенном виде, сидеть на нем реально будет как в кресле. И при этом, ну, по комфорту не хватает только подлокотников. То есть, еще здорово, видите, вот так вот вперед-назад качается, как кресло-качалка. И если, например, вы, ну, рыбачите, соответственно, вам нужно что-то здесь, какие-то снасти здесь, видите, у вас все очень легко и просто можно будет взять. Также подойдет для любителей фото-видеосъемки, соответственно, у вас постоянный круговой обзор. Ну, хороший стул. Единственное, что я забыл сделать, это его взвесить в сложенном виде. Но я сейчас справлю и взвешу его в разложенном виде, при этом просто добавив туда стул. Вот. И заметьте, кстати, он очень устойчивый. Что еще здорово в этой сумке, соответственно, благодаря вот этим петелькам, ее можно будет закрепить вот здесь вот сзади. Да, то есть так взяв на одну, накинув стоечку, оп, вот так вот на вторую. Соответственно, во-первых, вы его не потеряете, да? А во-вторых, сюда опять-таки можно что-нибудь положить, что может понадобиться. И это удобно. Еще сзади у нас на кресле есть вот такой вот карман, куда тоже можно будет убрать какую-то мелочевку. На ней также есть логотип. То есть, как подарок любителям кемпинга и активных видов отдыха, это будет отличный вариант. Даже просто его бросить в машину, видите, он место минимум занимает, а так где-нибудь на природе остановились, и очень комфортно можно посидеть. Ну ладно, вроде все вам рассказал. Сейчас я его взвешу. Так. Так, полный вес вместе с сумкой и этикеткой у нас составляет 1 килограмм 555 грамм. То есть, в принципе, даже в какой-то пеший поход выходного дня его можно будет с собой спокойно брать. Вот такой вот замечательный стул. Купить его можно в нашем интернет-магазине. Ссылка будет в описании. Если вдруг на товар нет скидки, ее можно будет получить по промокоду, добавив товар в корзину. Промокод также будет под видео. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока.